Олег Вікторович, вітаємо вас та команду «Таврія Сімферополь» зі стартом, з переможним стартом у п'ятому традиційному відкритому Кубку Криму. Ваші враження від старту та стартової гри? Ну, я всіх поздравляю з початком турніру, тому що турнір традиційний, інтересний. На цьому турнірі багато футболістів розкривається. Ви пам'ятаєте, коли ви вручали приз лучшего игрока Шастова, который сейчас удачно играет в премьер-лиге. Я надеюсь, что этот турнир послужит тоже открытию новых звезд. Уже сегодняшняя игра показала, что есть интересные футболисты. И думаю, что и следующие игры тоже будут такие яркие, как сегодня. Я уже давно не видел и такого яркого футбола на уровне второй лиги. По сегодняшней игре вы выпустили, как многие считают, не основной состав со старта, а где-то во втором тайме усиливали игру команды, выпуская игроков на замену. Или вы уже определились, вы уже с основным составом, который будет играть в чемпионате Украины среди команд второй лиги? Ну, еще три недели, еще далеко до определения, но контуры есть уже основного состава. Есть 3-4 позиции, где мы еще в сомнении. Но сегодня мы попробовали новую схему. Она не очень сработала, особенно в обороне. Потому что наши три нападающие не всегда дорабатывали. И преимущество на флангах у энергии было очевидным. Поэтому мы ищем еще схему игры. Экспериментируем. Для этого и существует этот турнир, чтобы попробовать различные варианты ведения игры. Вот вы вспомнили, что Шастал был лучшим игроком этого турнира. Также мы вспомним Илья Шевцов. Кого бы вы отметили в сегодняшней игре среди своей команде и в команде соперников? Ну, в своей я, прежде всего, Бойко, который мог еще два забить. Был нацелен на игру, а в соперника два игрока, даже три. Это Бешкову, капитан команды, это Цой и Студенков Слава, которые вот эти три игрока меня приятно удивили своим уровнем игры. Уже 23 марта Таврия принимает в стартовом матче футбольный клуб Кривбас Кривой Рог. Этот клуб также ставит задачу выхода в первую лигу. Какие цели и задачи у вас на весеннюю часть чемпионата? Ну и что скажете о этом чемпионате, который будет в весенней части? Ну, задача руководства поставлена. Остаться как минимум на втором месте. Постараться еще навязать борьбу металлу. Соперники все усиливаются, и металл усиливается, и Кривбас значительно усилился, и металлург усиливается. Все они сейчас в Турции на сборах. В этом плане они небольшое преимущество над нами, в плане, ну, что они тренируются на натуральных полях. Но я думаю, что мы навяжем борьбу, и я уверен, что мы составим достойную конкуренцию этим командам. Ну, желаем вашей команде, чтобы она осталась на втором месте и Таврия выполнила задачу выхода в первую лигу. Ну, а на турнире данном Кубке Крыма выиграть его и чтобы игроки прошли его без травм. Спасибо, и болельщиков призываю приходить на хороший футбол, потому что есть неплохие футболисты, и в скором времени они будут играть и в первой лиге, и в премьер-лиге. Поэтому смотрите. И радуйтесь футболу.